У нас царский род, и в жилах наших, братья и сестры, течет кровь царя. Дьявол хочет, чтобы мы унижали друг друга. А Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И мы все думаем, ой, мешок денег. Да нет, избыток не в деньгах, братья и сестры. Избыток в радости, избыток в любви. Самый свободный человек – это тот, который умеет любить. Любить всех, которых невозможно любить. Невозможно. Если ты получил разочарование, то Бог внутри тебя. Еще ты не знаешь, что значит, что Иисус внутри тебя. Это Его дом, Он живет внутри тебя. Пусть дьявол не обманывает, чтобы дать разочарование, чтобы не опустились руки. Поднимайся, 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 у тебя получится. Ты сможешь, ты сильный. Почему? Потому что Бог говорит, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Христе, Христе, Христе.